Коллективы предприятий, Котласа, общественных организаций, учебных заведений, а также все жители и гости города приглашаются принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Котлас отметит торжественным шествием по улицам города и ритуалом памяти у монумента погибшим землякам. Колонна будет формироваться на улице Кузнецова у торгового центра «Фрегат». Колонна школьников формируется на улице Конституции. Там же соберутся участники акции «Бессмертный полк». Заявки на участие в шествии принимаются до 25 апреля в кабинете 304 городской администрации. Отдельно принимаются заявки от школ в комитете по образованию. Вся подробная информация размещена на официальном сайте администрации города.